Все системы в норме. К взлету готов. Александр, здравствуйте, это Валентин. Александр, уточнить у вас хотел. Получил письмо от вас сегодня по поводу изменения получателя. Хотел у вас узнать, а это с расчетом того, что передача завтра состоится, или вы не обсуждали дату и время? Я понял. Дело в том, что я сейчас не могу дозвониться до сотрудника, ну, не поднимает трубку. Я рано получил автомобиль, и ну, дело в том, что я успеваю в Саратов сегодня до вечера. Впереди мобильный пост ГПС. Ограничение 60. Если... По Москве в 17.00 ориентировочно. 50 новый курс. Один час. Да. А в Саратове на один час больше, чем в Москве. Да, да, верно. В шесть часов вечера по саратовскому. В пять по Москве, в шесть по Саратову. Маршрут. Ага, да, спасибо большое.
Здравствуйте. Да. Удобно. Откуда еще раз не расслышал? Да. Ну, да так, потихоньку. В последнее время как-то, ну, немножко мало времени ему уделяем. Да нет, вы знаете, ну, помощь не нужна, разве что свободная пара рук. Не хватает, не успеваем. Хорошо, хорошо, я помню, что у нас есть поддержка, да, и если вдруг будут какие-то вопросы, буду набирать. Да, я понимаю. Угу. Да, всего доброго. Впереди опасный поворот. Ограничение 60. Впереди город. Ограничение 60. Алло, здравствуйте. А вы звонили мне? А, я понял, я, видимо, на другой звонил. Это Надежда, да, наверное?
Надежда, здравствуйте. Меня зовут Валентин. Мне ваш контакт Александр дал по поводу передачи автомобиля. Вот. Я знаю, что он предупреждал вас, что передача будет завтра в первой половине дня. Но так получилось, что я выехал сегодня рано и буду сегодня вечером. Вам удобно будет? Смотрите, я знаю, что у нас с Саратовым есть 1 час разницы. Я пока еще по московскому времени еду, и навигатор мне показывает прибытие в 17 по Москве, то есть в 18 часов по Саратову. Плюс мне понадобится минут 30 на мойку автомобиля. Ну там, если в очереди, я так перезакладываюсь. Вот. Да, Надежда, мне нужно понимать, куда, точный адрес, куда везти автомобиль. И подскажите, пожалуйста, далеко ли это место находится от вокзала? Пугачева, 49. 5 минут на машине. Я понял. Да, у меня просто там... Да, я почему интересуюсь, у меня там ограниченное время. Ну, поезд там вечерний есть на Москву, который... Вот, ну, да. Да, буду стараться успеть. Так, ну все, я тогда, наверное, еще... Ну, где-то за час до того, как подъеду, к вам наберу на всякий случай. Угу. Все, до встречи. Да. Мойка? Да, ну я ближайшую в навигаторе найду к этому адресу. Угу. Да, всего доброго. Саратов, Пугачева, 49. Сейчас поищу. Показываю варианты. Да, добрый день. Что именно, скажите? Алексей Пчелинцев. Что именно с Kia, подскажите? Ну так я вроде перегонами занимался. А что Пчелинцев вам подсказал?
по закону. Ну, нет, вы знаете, я раньше занимался этим, сейчас я, да, больше логистикой занимаюсь. Да, все, давай. Шанский район. Thank you.
Введи мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90. Дорога хорошая началась, неожиданно, разметка, полотно ровное. Это мы к чему-то подъезжаем или уже куда-то въехали? Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90.
Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90.
Найди мобильный пост ТПС. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС «Контроль скорости». Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС «Контроль скорости». Ограничение 90.
Впереди пост ДПС. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90.
Введи мобильный пост ТПС. Ограничение 90.